Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 5 марта. Готовлю посылочки для девочек. Хочу показать вам процесс упаковки. Как я упаковываю каждый саженец. То есть коробочку. Во-первых, коробку подбираю индивидуально под каждый заказ. Нашла вот такие вот длинные упаковки. Потому что вот под такие саженцы с ОКС, конечно, обычные не подойдут никак. Вот. По длине все замеряю. Вот эти вот упаковки, они длиной 80 с чем-то сантиметров. Я их укорачиваю и сама делаю как бы из них уже нужной длины коробку. Так, далее ОКС. Упаковываю в торф. Торф влажный. Вот так вот в пакетик. Все это на скотч. Подписываю, конечно, подписываю от руки. Ну, подписываю русскими буквами. Я думаю, так будет понятнее. Так, дальше P9 и P12 упаковываю в кулечки. Также скотчем, чтобы никакой грунт отсюда ничего не высыпалось. Все подписываю. Вот этикеточки на всех горшочках. Сейчас буду все это упаковывать еще дополнительно в гофробумагу. Все это будет очень плотно в коробке, ничего не будет двигаться. Упаковку провожу дома, здесь тепло, поэтому все делаю максимально быстро, чтобы грунт не оттаял. Здесь он сейчас замороженный, почки спящие. Горшочки упаковываю вот в такие тубусы. Все настолько плотно, чтобы было, чтобы горшочек внутри не двигался. То есть, если даже он перевернется кверх ногами, ничего не высыпется, и никуда он с этого тубуса не денется. То есть, здесь у меня сверху на скрепке получается, на степлер, снизу на скотч. То есть, снизу максимально плотно горшку, ну и сверху уменьшаю немножко объем, чтобы вот этот горшочек там вот прямо неподвижно стоял. Это вот Sunlight, он повыше. И вот такой вот Summer Breeze с открытой корневой вот в таком длинном тубусе. Получилась вот такая вот красота. По длине вот замеряла именно по этим горшочкам, потому что здесь у меня расстояние всего 16 сантиметров и высота коробки 10 сантиметров, 11. Вот. И по длине, чтобы все вот эти горшочки, 3 горшочка, то есть я под них ориентировалась, длину вымеряла. Вошли вот этот вот сорт у меня здесь поменьше. Здесь просто поставила распорку. К Sunlight идет вот такой вот паспорт. Кто заказывает Sunlight? Все, упаковочка готова. Сейчас я ее запечатаю. Отправка с деком. Кстати, очень быстрая отправка. И я сравнивала цены. Выходит дешевле, чем почтой. Вот, и несмотря, ну, конечно, те, кто живут где-то поселковые, в поселке или в деревне, то там вряд ли есть тег, поэтому там только почта и отправка. Вот так выглядит посылка. Все влезло, все очень плотненько. Подписываю город, куда отправляю. Делаю замер коробочки, то есть это ширина, длина и высота. И также ее взвешиваю для того, чтобы внести данные в СДЭК. Со СДЭКом договор, поэтому, конечно, посылки выходят недорого. Поэтому, друзья, осталось еще всего лишь 2 сорта. Это Summer Breeze с открытой корневой системой и Sunlight P9. Все остальные сорта, к сожалению, закончились. Так что успеваем, заказываем. Все отправляю в ближайшие дни.